A Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas três Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Irmãos de todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho Eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Я приветствую всех миром Господа Иисуса. Мы начинаем программу Христианской Церкви Маранафа, провозглашая вечное Евангелие. Я хочу пригласить вас поучаствовать в этой программе, которая наставлена была Духом Святым, которая была построена для вас и для вашей семьи. Вы можете также смотреть эту программу и другие программы на нашем канале, на YouTube, а также на наших цифровых программах. Вы можете скачать наше приложение Христианской Церкви Маранафа и приложение Радио Манаима. Там и видео, и псалмы, и богослужение, и радио вы можете послушать вживую, а также делиться подкастами с проповедями. На нашем канале, на Ютубе, каждый день в 8 часов вечера новое богослужение транслируется для всей семьи. Воспользуйтесь, получите благословение и поделитесь этими линками со знакомыми, друзьями, родственниками, соседями, чтобы они могли получить благословение. Вы уже прочитали Библию, вы знаете истории из Библии, персонажей библейских, вы сможете увидеть личность Господа Иисуса как в Ветхом, так и в Новом Завете. В этой программе сегодня вы чудным образом начнете обнаруживать для себя, как Иисус проявляется во всей Библии. Сегодня будут участвовать пастыря Жидовцы Викторину Гейрус, Амадео Лопес, Даниэль Морейра, Сержио Соза на занятии уроки Манаима. Поделиться этим вопросом. Иисус в Ветхом Завете, и вы увидите Библию за буквой. И сегодня вы познакомитесь еще с двумя Маханаимами, в Тейшере де Фрейтас и Итамаражу, на юге штата Баия. И после этого будут уроки Манаима. Thank you.
Да благословит вас всех Господь миром Господа Иисуса. Это рубрика «Уроки Маханаима». Пастор Сержу, мир тебе. Мир тебе. Мы хотим поделиться с вами сегодня, с нашими телезрителями, о нашей радости, о том, какие ответы мы получили на... во время трансляции третьего великой прокламации, которая была сделана, и когда мы говорили о хвале верной церкви. В те выходные это было чудное богослужение, столько переживаний замечательных Бог нам дал. И мы до сих пор собираем плоды, результаты. И, конечно, это еще будет долгое время, потому что Бог столько совершил, также на трансляции третьей прокламации, также и в последние выходные, также вовлечение об этой хвале верной церкви, обо всем том, что произошло. Для нас большая радость, что вы участвуете и сегодня. Бог будет продолжать говорить к вашему сердцу и благословлять вас. Тема сегодня наша. Это очень интересная тема. Иисус в Ветхом Завете. И невозможно будет исчерпать такую тему за одну программу. По этой причине у нас будут и другие программы для того, чтобы нам постараться копнуть чуть поглубже в эту тему, потому что Библия не просто историческая книга, потому что в ней содержится тайна, которая от бытия до откровения проходит красной линией. Если исключить эту тайну, то не будет ценности Слова Божия. И кто же эта тайна, сокрытая в Библии, в Слове? Это сам Господь Иисус. Как написано Колоссянам, 1 глава, 26 стих. Это текст, который говорят как раз-таки о том, что мы говорили. Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его. Эта тайна, она присутствует и в Ветхом Завете. Но многие еще не поняли этого. Какова же была цель Божья, когда Он создавал библейскую историю? И какие ресурсы Бог использовал для библейской истории? Он построил эту историю с участием человека, потому что человек является центром обеспокоенности Божьей во всем творении. И чтобы нам лучше понять эту тему Иисус в Ветхом Завете, у нас будет участие пастора Амадео Лопеса. Он профессор семинаров в Маханаиме. И он небольшое введение сделает о Библии. Библия – это слово жизни и живое слово. Пастор Мадео, мир Божий. Мир Божий, пастор Даниил, пастор Сержу. Я рад, что я снова с вами и могу говорить о Слове Божьем, о Библии. Большинство человечества всегда видели в Библию интересную историю, тысячелетнюю историю, историю религии, историю народа. Библия – это самая переведенная книга из всех, самая более напечатанная, более читаемая. Большинство христиан говорят, что Библия – это единственное основание для веры и практики. Но Библия еще и содержит в себе секрет, тайну. И ты сможешь понять Библию только тогда, чем она является, что Бог определил ее как проект, только если ты познаешь эту тайну лично.
В книге Иоанна, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 4 стих, говорит, в нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Библия имеет характеристику интересную, потому что она несет в себе слово жизни, потому что она приводит человека к жизни. Какой жизни? Какой жизни, которой мы здесь живем? Физическая жизнь, жизнь биос, да, биологическая книга, на греческое жизнь, простите. Библия говорит в Новом Завете другого вида жизни. На греческом она называется зои. Это жизнь с избытком, жизнь за пределами этой биологической жизни. И Библия содержит эту тайну, потому что Библия содержит в себе проект. И этот проект, который содержится в Библии, это проект, который называется «Дело искупления». Итак, Библия несет в себе слово жизни, потому что это проект вечной жизни, который содержится в Библии. Но когда ты познаешь лично эту тайну, которая в Слове Божьем, тогда ты переходишь в другое состояние. Библия становится для тебя словом живым. Что такое живое слово? Живое слово – это то слово, которое находится под действием Духа Святого. Дух Святой, который вдохновил слово «жизнь». Слово «жизнь» – оно богодухновенно. Но ты только можешь проникнуться в тайну слова «жизни», когда Дух Святой открывает тебе тайну заложенную. Тогда ты начинаешь видеть живое слово, как слово говорит. Слово Божье говорит «вот путь». Идите по нему. Путь – это одно, а идти по пути – это уже живое слово. В послании к евреям Павел писал, да? Простите, я думаю, что это был Павел все-таки, кто написал послание к евреям, что Слово Божье живое и действенное. Почему Слово живое? Если мы взглянем на книгу Откровения, когда Иоанн видит Иисуса прославленного, он увидел его в одеждах, обогренных кровью, и он говорит, имя ему Слово Божье. Итак, Слово Божье живое – это Иисус. Так вся Библия содержит тайну. Что это за тайна? Это Иисус. Поэтому в Ветхом Завете Иисус сокрыт за пророческим, он присутствует там, в пророческих образах. Вы видите в разных образах его, в интересных моментах. И мы будем рассматривать это на нескольких программах, на воскресной библейской школе. Иисус в Ветхом Завете. Это секрет в Ветхом Завете. Он пророчески присутствует там. Почему? Потому что весь Ветхий Завет вдохновлен Иисусом. Он весь вдохновлен Иисусом, потому что Иисус, Он прежде всего. В начале Библии говорится, «Берешит бара Элохим». В начале сотворил Бог. Слово «берешит», да, вот это слово «бе», «бен». Это Сын. Иисус был до дела творения, потому что Он отвечает за все дело искупления, которое после дела творения. Итак, Иисус, Он явным образом присутствует в Ветхом Завете. И мы можем увидеть это очень интересным образом. Когда сам Иисус говорит, вы исследуйте Писание, надеясь через них иметь жизнь вечную. Они обо мне свидетельствуют. Он говорил, тогда был только Ветхий Завет. Тогда Нового Завета еще не существовало. Не существовало христианского канона. Канон начал существовать, начиная с 65 года, когда первое Евангелие от Марка было написано. Он говорил до этого. О чем он говорил? Он говорил о Ветхом Завете, который говорил об Иисусе, пророчествовал об Иисусе. И так там была тайна, и там был секрет.
И когда мы видим это сегодня в Слове, когда мы берем Слово сегодня, видим все это, мы можем увидеть богатство, которое там содержится. Посмотрите, когда мы не понимаем этого, когда эта тайна не осознается, этот секрет, Библия становится исторической книжкой, как любой другой. Некоторые даже цитируют Библию как философскую книгу. Возьмите книгу «Песни песней», какая красивая поэзия в нем, да, в книге «Песни песней». Вы увидите там чудесные упоминания об Иисусе, так же, как и пророк Исаия пророчествовал, как и в книге «Бытие» прообразом был Иисус, да, Навин, например. Когда мы видим это в Библии, когда это открывается для нас, эта тайна, открывается нам, что Слово Божье, оно живое, оно открывается нам и показывает нам проект Божий. Если мы не познаем эту тайну в Слове, Библия является историей. Поэтому сам Павел говорит, что буква убивает. Почему буква убивает? Что это означает, что буква убивает? Буква убивает, потому что буква не дает жизнь. Какую жизнь? Вечную жизнь. А кто дает жизнь вечную? Дух. Дух животворит. Святой Дух. Итак, Слово Божие должно быть открыто Духом Святым. Должна быть оживлена Духом Святым. Поэтому послание к евреям говорит, что Слово Божие, оно живо и действенно. Он пишет это, показывая эту реальность. И в чем трудность в понимании, что произошло за всю историю церкви, за свои почти 2000 лет, что произошло? Мы можем взглянуть и увидеть, что когда Слово Божье было написано, давайте посмотрим, например, Новый Завет к Ефесе, да? Он пытался изменить характер Слова Божьего. Мы изучали это 2 года назад. Какое противостояние было Слову Божьему? Что пытался враг сделать? Он не смог. Он пытался внести законничество среди церкви, потом николаитовское учение он пытался изменить доктрину. Он говорит, тогда я буду убивать церковь. Он пытался уничтожить церковь, чтобы уничтожить доктрину. Продолжение проекта, чтобы закончилось, он не смог. Итак, Ефес, Смирна, Пергам. В Пергаме он пытался объединить церковь с государством, пытался дехарактеризировать церковь. В самом начале он пытался разрушить Слово. Он тогда похоронил Слово. Слово было скрыто от простого народа. И Слово было открыто во время реформации. Слово вернулось к народу. Через Лютера. Это сокрытое сокровище. Оно было обнаружено на поле интересов людей. Что враг не смог сделать? Он не смог уничтожить. Тогда Лютер возвращает Слово. Что враг делает в наши дни? Он секуляризирует Слово. Что такое секуляризировать? Когда Слово – это просто история, обыкновенная книга, поэтому в это время действие Духа Святого, оно фундаментально в Слове, чтобы открывать тайну, которая сокрыта в нем. И какова тайна? Тайна – это жизнь. Что за жизнь? Вечная жизнь, жизнь с избытком. Многие проповедуют о Библии, которая является словом жизни. Да, Библия – слово жизни. Когда ты говоришь, Иисус – путь истинной жизни. Да, это слово жизни. Когда Библия говорит, вот путь, это слово жизни. Но идите по пути, ходить по пути – это уже живое слово. Это совсем что-то отличное. Библия говорит сама по себе – потому что действие Духа Святого есть, вдохновение Духа Святого. Но этот опыт должен быть дан нам Духом Святым. Это совсем отличное. Поэтому я повторяюсь, когда
Иоанн увидел Иисуса прославленного, что он увидел? Он видел образ, да, Иисуса прославленного, в одеждах, обогренных кровью. Он говорит, это Слово Божье. Какое слово? Живое слово. Это то, что движет нами в это время. Вся Библия, мы говорим, Библия – это Иисус, да, вся Библия – это Иисус. Иисус в Ветхом Завете, Он пророчески присутствует. В Новом Завете Он открыт. Это то, что движет нами до сегодня. Когда... Как вы можете познать это разумом? Никогда вы не сможете понять. Знания, вы тоже до этого не докопаете. Теологии тоже никогда. Любым другим образом, это только можно познать посредством откровения Духа Святого. Поэтому Павел, он пишет во втором послании к Коринфянам, очень интересную вещь он говорит. Он говорит, что Дух Святой поставил служение не буквы, потому что буква убивает. Итак, когда он описывает это, он говорит о слове, служении слова, которое он познал. Букву он знал как мертвую, а теперь он познал как откровение этого слова. Это все, в чем мы нуждаемся сегодня, потому что Иисус жив, и Иисус, он открывается через свое слово. И я хочу закончить с фразой, которая не моя, но она мне нравится. Фраза следующая. Церковь истинная, когда мы говорим о верной церкви, мы не говорим о деноминации. Истинная церковь, верная церковь, это та, которая идентифицирует в слове пророческое время, в которое она живет. Если мы взглянем на семь посланий семи церквям, каждая церковь узнала свое время, и мы узнали наше время. Наше время называется «время вскоре», в слове написано. Кто проповедует об этом? Кто проповедует об этом? Кто проповедует о том, что Иисус в преддвериях? Церковь, которая знает тайну, которая знает секрет, который заключен в Слове Божьем. Эта тайна – это Иисус, начальник и совершитель веры нашей. Все в этом резюмируется. Пастор Даниил, пастор Сержу, я знаю, что пастор Жедаути, он еще продолжит и сделает на этом ударение и некоторыми деталями поделится еще, добавит на эту тему. Мир Божий всем вам. Слава Иисусу! Спасибо, пастор Амадео, за твое участие, за твой вклад в уроки Манаима. Сейчас мы послушаем псалом, гимн, крепкая башня, Господь наш, крепкая башня. И в этих стихах написано, что прибудет слово твое, мы знаем с уверенностью. Потому что ничто нас не запугает, когда Христос защищает нас. Крепкая башня, Бог наш. Он меч и щит наш. Силою своей Он защищает своих, приносит своевременную помощь и защиту им. Знаете, кто такой Иисус? Он тот, кто победил на кресте. Он Господь великих небес. Он сам Бог. Он триумфатор в битве. Наша сила ни на что не способна. Мы в этом уверены. Но Бог наш дает своевременную помощь
и мы им защищены. Если нам придется потерять богатство, благо, что бы ни было, даже саму эту временную жизнь, все равно Иисус за нас. И даст Он нам свое царство. И то, что прибудет Слово Божье, мы уверены. И ничто нас не запугает, когда Христос защищает нас. Знаете, кто такой Иисус? Он тот, кто победил на кресте. Он Господь высших небес. Он истинный Бог. Триумфатор в битве. Слава Богу нашим. И часть этой хвалы говорит, да, задает вопрос. Кто такой Иисус? И сам Псалом отвечает. Он тот, кто победил на кресте. Сейчас мы продолжим эту тему «Иисус в Ветхом Завете» с участием пастора Жида Тигейруса. Он также профессор семинаров наших, и к нему мы обращаемся. Пастор Жида Тигейрус, мир Божий. Иисус, Он действительно пророчески присутствует в Ветхом Завете? Если да, каким образом? Я приветствую всех миром Господа Иисуса, отвечая на приглашение пасторов ответственных за эту программу, провозглашая вечное Евангелие, я хочу сказать, что прежде всего, после того, как я послушал вводное слово, которое было сделано нашими пасторами Сержу, Даниил, Морейра, мы услышали уже слово пастора Амадеу, который рассказал очень ясным образом таким цели этой темы, которую мы рассмотрим в ближайшие дни на этой программе. Я хочу привлечь внимание всех наших зрителей, все те, кто слышит и смотрит нас, что стоит того, чтобы продолжать смотреть всю секвенцию этой темы, когда мы будем говорить о Господе Иисусе и о Его присутствии в Ветхом Завете. Это центральная тема, которая отсюда и надалее будет питать и вести все то, что будет рассмотрено на наших программах для лучшего понимания всех тех, кто смотрит нас на телевидении и на социальных платформах, социальных сетях, а также все те, кто подключится и будут смотреть, начиная с этого момента, потому что это очень важная тема. Итак, давайте взглянем. Прежде всего, нам нужно понять Библию. Уже было сказано, что Библия — это Слово Божье. Она разделена на две части, на Ветхий Завет и на Новый Завет. Когда мы говорим об Иисусе в Ветхом Завете, мы заботимся о том, чтобы показать, что Иисус
он пророчес... о нем пророчествовано в Ветхом Завете, во всем Ветхом Завете. Смотрите, если мы взглянем на текст Священного Писания в Иоанне 5:39, когда сам Иисус говорит религиозным людям того времени, он говорит: «Вы исследуйте Писание, через них надеясь иметь жизнь вечную». Это то, о чем они переживали, люди, до служения Иисуса, до Его смерти и воскресения, до начала существования Церкви. Они свидетельствуют обо Мне. Он здесь объясняет то, что эти религиозные люди не поняли, что весь Ветхий Завет, и сейчас мы, уже имея всю Библию, Ветхий, Новый Завет, мы знаем, что существует тайна. Когда человек обнаруживает эту тайну, он обнаруживает проект Божий. Это проект спасения. Это план жизни вечной. Давайте обратим внимание, так коротенько. Пастор Амадео замечательные вещи уже сказал, и нет необходимости повторяться то, что он уже сказал, или добавлять многое. Но то, что мы хотим показать, что Ветхий Завет содержит тайну, и тайна, она как раз-таки во вдохновении Библии. Слово Божье, оно богодухновенно, уже было сказано, да? И упомянуты были тексты. И есть очень много историй в Библии, но есть пророческая нить, которая от бытия до откровения двигается, где у нас центральная фигура, образ, это Агнец, это кровь, тот же самый образ, который вы увидите во всей истории библейской, в Ветхом Завете, до книги Откровения, когда вы посмотрите на образ Иисуса уже в вечности, и описание Его как Агнца, который был заклан, который пролил свою кровь, который обогрён кровью. И все это подтверждается в Новом Завете. И мы хотим этим изучением показать, что Иисус пророчески присутствует в Ветхом Завете замечательным и ясным способом, когда Дух Святой показывает это, потому что Он тайна. И тайна эта открывается только посредством присутствия Троицы. Когда вы открываете всю Библию, вы можете увидеть Троицу везде, образ Отца и Сына и Духа Святого. Это базово, это база, да, для всего этого. И все это, оно в символах, в аллегориях, в прообразах, в типологии, да? Это те элементы, которые являются частью композиции образов, которые включают людей и то, что вокруг. Потому что когда Бог открывает Иисуса, центр откровения об Иисусе, Иисус как человек. Посмотрите, образы Ветхого Завета, которые, которые указывают на человека, да? Прообразы людей, которые стали прообразами в том, что они угодно совершили Богу, в чем они не согрешили, да? В Ветхом Завете были люди, у которых угодили Богу, которые не угодили Богу. И те люди, которые угодили Богу, они, конечно, тоже и спотыкались, и ошибки совершали, иногда грешили, но в том, в чем они не согрешили, в том, в чем они угодили Богу, они стали прообразом Иисуса Христа, Его служения,
земного, весь проект Божий. Во всем проекте Божий Иисус является центральной фигурой, центральным образом, не только творение всего, но прежде всего искупление. В проекте творения, да, в деле творения, мы видим, вначале сотворил Бог. Бог, слово Элохим во множественном числе. Им это окончание множественного числа. Если перевести, вначале сотворили боги. Нет, там глагол в единственном числе, а слово Бог во множественном числе, потому что это триединый Бог. Текст Слова Божьего говорит, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему во множественном числе. Там Иисус присутствовал. Это мы как бы пробегаясь, очень так сжато, коротенько, но ясно пытаемся показать. Очень упрощенным способом таком. Но нам нужно увидеть, что Иисус, Он как тайна, которая заложена в символах, в аллегориях, в прообразах, в типологии. Например, символ, это посох, к примеру, например, являлся символом. Или жертва, всесожжение, да? В Ветхом Завете некоторые используют образ креста, но в Ветхом Завете лилия, да? Когда Соломон строит храм, он использует лилию. Он говорит, не достает лилии, потому что это образ святости Иисуса, Иисус, присутствующий в храме. Аллегории, они различны, и мы можем видеть многие из них. И в течение этих изучений мы увидим эти аллегории. И типология, да, мы тоже увидим в типологии. В присотворении, в искуплении, в завете, в действии Троицы, да? Как Иисус открывается даже в Троице, когда Он проявляется во все моменты, Он всегда часть Троицы, Отец, Сын и Дух Святой. Библия говорит, ничто, что было сотворено, без Него было, в Нем была жизнь. Каждый раз, когда ты открываешь Слово Божие и находишь там жизнь, слово жизнь, ты на самом деле встречаешься с тайной жизни, которая есть Господь Иисус Христос. Он говорит, я пришел, чтобы вы имели жизнь и жизнь с избытком. Это текст, который пастор Амадео, да, упомянул. Чтобы вы имели эту жизнь и следующую жизнь. Это желание Божие, это проект, это цель Божья. Что нам важно здесь? Чтобы мы знали, что Иисус, Он в проекте Божьем. Он в проекте творения, в проекте искупления, Он в завете, Он в Троице. В завете, когда Бог заключил завет с Авраамом, например, через послушание, да? Итак, вера, которая была вложена от Бога в Авраама, и завет был в послушании. Посмотрите, интересная вещь. Иисус, Он исполнил этот завет, когда Он был послушен и до смерти, смерти крестной, да? И так Он показывает в Ветхом Завете все эти образы, они... прообраз Отца, прообраз Сына, прообраз Духа Святого. Мы находим другие формы, как Иисус открывается, как пророк, как священник, как царь и как человек. Но я хочу привлечь ваше внимание, и вы увидите замечательный факт от того, о чем Бог заботился, чтобы представить Иисуса как человека, да, как совершенного человека. И как совершенный человек Он жил здесь на земле, Он плакал, Он радовался, Он терпел нужды,
Он голодал. Он страдал от всех нападок на него. Он заболел, он ранами его мы исцелились, да? Он умер раньше тех бандитов, потому что в нем ничего уже не осталось физически. Он настолько был истощен, чтобы выдержать. Так что он даже не смог нести тяжесть креста. Я прошел по той улице Виа Долороса, и там была табличка, что вот здесь Иисус споткнулся. И кто-то может спросить, не был ли он Бог крепкий, да, Бог всемогущий. Нет, там он был человеком, плотником, который ходил с одного угла в другой, проповедуя, не кушая, не отдыхая, и проповедуя, успеть рассказать все перед крестом. И боль грехов самых худших людей возложена была на него, вина была возложена на него, и он был истощен там. И Богу угодно было, да, чтобы он за наши немощи и болезни взял на себя. То есть он болел, он был больной в тот момент. Он заболел, потому что наши немощи и болезни он взял на себя. Я не буду сильно растягивать здесь, но я хочу показать несколько аспектов. Пророческие имена, которые представляют в некоторые моменты прообразы Иисуса. Авель, Енох, Ной, Исаак, Яков. И мы посмотрим еще многие образы. Это те характеристики, да? Мы посмотрим еще на том, что как прообразы цари, которые были, пророки, которые были. Посмотрите, и Иосиф как человек, Моисей как пророк, Иисус Навин, тот, который победитель, да, Самсон, освободитель, Самуэл, священник, Давид, царь. Все они имели характеристики, да? В этом богатство этого изучения, которое мы будем каждое воскресенье изучать на каждой программе нашей на телевидении мы будем изучать. Но мы хотим сказать всем нашим телезрителям, участникам в этой программе, все те, кто с нами сегодня, приглашайте других людей, чтобы вместе с нами изучали Слово Божье, и мы увидим Иисуса как человека совершенного, прежде всего. Итак, я хочу поделиться словом со всеми. Молитесь Господу. Не приходите просто как посмотреть кино какое-то, телевизионную программу какую-то из любопытства. Молитесь у ног Господних. Это время для нас, чтобы мы могли увидеть Иисуса в Ветхом Завете сами. И в заключение я хочу сказать, что в 1970 году у нас в церкви, да, как откровение было о загадке Самсона. И загадка Самсона, мы будем еще говорить о ней, она тоже имеет пророческий смысл. Где Иисус присутствует в загадке Самсона? Итак, я благодарю вашу доброту, что вы пригласили меня поучаствовать и сказать следующее. Мне практически не дали ничего сказать за счет того, что пастор перед нами уже все сказал. Но я хочу пожелать всем вам мир Божий. Слава Господу. Слава Иисусу. Мы благодарим пастора Жидоути за его участие в нашей сегодняшней программе и приглашаем его сразу, чтобы он на следующих программах возвращался. Из-за того богатства и величия этого вопроса, этой темы «Иисус в Ветхом Завете». И я думаю, что это несколько недель будет длиться наше изучение. Мы поделимся некоторыми знамениями, которые Бог дал.
Господь дал откровение об одном молодом человеке. Он живет в Сан-Пауле. В Сан-Паулу он скорбит, печалится из-за финансовых проблем. Ему пришлось в этом месяце переехать. И он даже из-за проблем... И он начал молиться: «Господь, дай мне направление в профессиональной жизни». И Бог услышал тебя, и Он тебе ответит. В еще одном даре Бог говорит к одному ребенку, который живет в штате Баия, участвует на Ютубе в наших богослужениях, несмотря на то, что скучает по богослужениям вживую. Этот ребенок печалится. У нее папа еще не обратился к Богу, не принял Иисуса своим спасителем. И эта девочка молится: «Господь, измени сердце моего папы, чтобы он вместе со мной участвовал в богослужениях на Ютубе, потом мог пойти в церковь». Бог говорит: «Я дам благословение, я дам переживание, опыт отцу твоему, спасение». Женщина одна из города Кариасики в штате Спириту-Санту, у нее старший сын потерял работу на этой неделе. И она расстроилась, и она воззвала Господу, моля о помощи, и Бог дает тебе обетование. В ближайшие дни я открою дверь для работы для сына твоего. Не чудесно ли это, да, что Бог знает о наших нуждах, как Он помогает, как Он переживает, заботится о нас, и Он благословляет тех, кто ищет Его, кто смиряется пред Ним и просит Его помощь. Это так чудесно услышать голос Божий через духовные дары. И телефон, да? Наш бесплатный телефон, горячая линия, если Бог проговорил к вам через дары, или вы желаете просто получить молитву, на экране наш телефон бесплатный, 24 часа в сутки, 7 дней в неделе бесплатно, вы можете позвонить с любого уголка Бразилии, вам ответят. Сегодня у нас было введение в эту богатую, обширную тему, пророческую тему. Как уже было сказано, Библия – это слово жизни, и оно живое слово. Не просто историческая книга. Библия имеет тайну, содержащуюся в ней. Господь Иисус – это великая тайна Библии. И в объяснении пастора Жидалти стало ясно, что Господь Иисус пророчески присутствует в Ветхом Завете. Эта тема будет продолжена на следующих программах. Поэтому, возлюбленные, есть надежда. Знаете почему? Маранафа, Господь Иисус грядет. Аллилуйя. И есть связь, взаимосвязь между этой программой и воскресной христианской школой церкви Маранафа. В это воскресенье в 9:40 утра на канале официальном нашем на Ютубе. Всем вам мир Божий, мир Божий. В это время программа, провозглашая Евангелие вечное, обращается к детям и подросткам. Библия – живое слово. Это тема, которая будет дана учительнице Андрей Талмой. И она даст введение в этот вопрос для детей и подростков. Я хочу поприветствовать детей и подростков, и всех тех, кто участвует сегодня с нами миром Господа. Наше занятие сегодня о живым словом. И текст на второе послание Петра, 1 глава, в 20-21 стихе. «Зная прежде всего, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движими Духом Святым». Слава Иисусу!
Итак, сегодня мы с вами научимся об этой книге, Библии, что она Слово Божье. Возможно, у вас есть другие книги дома, много историй, которые вы любите читать, но знайте, эта книга здесь, она отличается от всех книжек, которые существуют во всем мире, потому что эта книжка — это Слово Божье. Это правда. Эта книга была написана 2000 лет назад. Это тысячелетняя книга. Ее единственная книга, которая была написана более 2000 лет назад, и автор ее до сих пор жив. Знаете, кто ее автор? Это Бог. Он единственный автор Библии, Слова Божьего. Это очень важно для нас знать. И еще то, что нам нужно знать, и что важно, что основная тема Библии, в ней содержится 66 книжек. Первая называется «Бытие», последнее – «Откровение». А вы знаете, что основная тема Библии, она всего одна. Посмотрите, кто основная тема. Это Иисус. Иисус – основная тема Библии. Иисус означает спасение, потому что цель Библии – принести нам спасение, забрать нас на небо, жить с Иисусом в вечности. Посмотрите, что Иисус сказал. Написано в Библии: «Я путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Это означает, что Иисус – путь на небо, вечность. Слава Богу за это. И третий урок, которым нам нужно научиться сегодня, о том, что понимание Слова Божьего. Я хотела спросить, вы понимаете Слово Божье, когда вы его читаете? Посмотрите, я вам расскажу секрет. Когда мы читаем Библию, Слово Божье, нам нужно понимать ее, чтобы она открылась нам, истинный смысл. И кто может открыть этот смысл? Кто может объяснить то, что написано в Библии? Знаете кто? Это Дух Святой. Он помогает нам понять Библию, Слово Божье. Вы знаете, есть много людей, которые читают и не понимают ничего, потому что они не имеют Духа Святого. Но посмотрите, эта девочка, она читает Библию. Видите, свет здесь такой перед ней исходит из Слова Божьего. Это означает, что она читает и она понимает, потому что это просвещение из Библии, это откровение. Она читает и она понимает. Дух Святой открывает ей Слово, научает ее, что Иисус Спаситель нас, что Иисус заботится о нас, что Он любит нас. Слава Иисусу за это. И теперь посмотрите, что мы сделаем. Поскольку Дух Святой открывает нам, мы прочитаем этот текст и посмотрим, поняли мы или нет. Давайте прочитайте вместе со мною. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. Мы видели славу Его, славу как единородного от Отца, исполненного благодати и истины». Да? Написано в Евангелии от Иоанна, 1 глава, 14 стих. Когда мы читаем этот стих, понимаем ли мы, о ком это говорится? Да? Кто Слово Божие, кто стало плотью, которая обитала с нами, полную благодати и истины, который является единородным Сыном Божьим, исполненным, да, благодати? Кто это? Уже многие отвечают, да, вместе с папой и мамой, что это Иисус. Это правильно, это ответ. Слово, которое стало плотью, это живое Слово и обитало с нами, это Господь Иисус Христос, Спаситель наш. Слава Ему, потому что Дух Святой открыл это нам. Слава Богу, помог нам понять тайны Слова Божьего. Итак, когда вы уже знаете, что Слово Божье, оно живое, потому что автор жив, и он учит наш пути вечности, проекту спасения. Так посмотрите, автор Библии – это Бог. Это первый урок. Основная тема – это Иисус. И кто нас открывает секреты Слова Божьего – это Дух Святой. Аллилуйя! Слава Богу за это! Светильник
ноге моей, освещающий путь, открытая Богом. Она будет вести сердце мое. Библия – это сокрытое сокровище для всех тех, кто близок Иисусу. Я буду всегда читать Библию мою, чтобы больше и больше познавать Иисуса. Я хочу любить Слово Твое и хранить ее всегда в сердце моем, и научать людей, что спасение только в Иисусе. Библия – это открытое сокровище, обнаруженное сокровище для всех тех, кто близок к Иисусу. Я всегда буду читать Библию мою, чтобы больше и больше познавать Иисуса. Сейчас я хочу обратиться к вам, кого коснулась эта проповедь, это послание в этой программе. Вы хотите познакомиться с христианской церковью Маранат? У вас еще не было настоящего переживания живым Богом? Вы нуждаетесь в молитве? Вы нуждаетесь в ассистенции? Позвоните по горячей линии к нам. Это эксклюзивный телефон для всех тех, кто не является членами церкви Маранафа, но кто нуждается в слове от Господа и в молитве. Вы можете позвонить по этому номеру в любое время дня и ночи. Там всегда будет кто-то, кто ответит вам и помолится с вами. И мы подошли к концу этой программы христианской церкви Маранафа, провозглашая вечное Евангелие. Не забывайте, в каждое воскресенье в 9:40 утра воскресная школа христианской церкви Маранафа на нашем канале официальном на YouTube. И на следующей неделе, если Господь позволит, мы снова будем вместе в это же время с еще одной программой христианской церкви Маранафа, провозглашая вечное Евангелие. Маранафа, Господь Иисус грядет.